Всем привет! Сегодня 9 августа 2017 года. И мы опять на реке Уды. Приехали вчера, 8 августа. Это самый лучший день летнего сезона. Этого летнего сезона. Жара на Украину наступила такая, что больше 35 градусов. Тут чуть-чуть температура понизилась до 28 и сильный ветер. Где-то не меньше 5 метров в секунду. Чувствуется в тенечке, особенно чувствует себя очень комфортно. Ветер продувает. Дышать хорошо. Насекомых нету, комаров нету. В общем, отлично. Фидерная лодка. Это участок, я считаю, самый удобный для фидерной лодки. Не самый лучший, но самый удобный. Чем он удобный? Тем, что я нахожусь как бы на мысу. Вот видите, река вот так вот чуть поворачивает. Потом обратно. У меня очень большой сектор заброса. Я могу вообще вдоль берега бросать. У меня вот травой не будет видно. Зараз не снега, там кусты. И все равно я буду в речку попадать. Это очень удобно ловить. Правда, тут глубина небольшая. Где-то около метра. Но все равно рыба клевала. Вечером плотвичка на горох начала ловиться. А ночью я немного попробовал макароны. Все их хвалят, я приготовил. Ну, получились они мне, я хоть и до кипения не довел, но все равно они какие-то мягкие чересчур получились. И ночью забрал, ветер был, ветки колыхало сильно, что получалось, я от верхней ветки вверху зацеплялся крючком и сбивало. Но если долетала макаронина с крючком до места ловли, то практически сразу клевала приличная густера. Ну, я посидел недолго, часов до 10:30. Ветер сильный, полнолуние было, ну, захотелось отдохнуть, спать. И зачем мне эта густера? Утром проснулся уже в 5 часов, выспался как положено. И этот самый, сразу начал ловлю на горох. И сразу же практически сразу произошла поклевка приличного карася. Но все равно активность рыбы слабая. Плотва иногда попадалась,
ну, приличная плотва. Густера приличная попадалась. Потом еще один карась попался. Потом еще густера. Ну, самый активный клюв был в районе обеда, около 12 часов. С 11 до часа. Сейчас это уже 4 часа вечера, а клёва практически нет. Ну, я уже сейчас буду собираться домой. Карасик. А я думал, сазанчик. И глубина там метр, наверное. Чего? Карасик клюнул. Нормальный улов. Да. Ох, не без сазана, а без сазана. Да, все на фидонка вообще, да и поклюв нет. Вроде такое место, коряжник, и глубина нормальная. Это мой сегодня? Да, там я товарищ. На машине он там был. Мы с товарищем рыбачим вдалеке друг от друга, чтобы не мешать. Фидер хорошее дело, только тень нужна. Над ним сидеть надо это. Постоянно мне хочется на новое место. Больше 2-3 раз на одном месте я не могу к ряду рыбачить. Дело в том, что в этом начале этого сезона летнего, еще в середине апреля, немного теплые дни выдались. И я посетил вот это место с фидером и с парой гонок. Ну, тогда неудачная рыбалка была, я одну густеру поймал и все. Меня очень заинтриговали коряжник под противоположным берегом.
противоположного берега ловить невозможно, обрывистый берег. И если попадется карп, он моментально сразу заведет корягу. Тут хороший корягник. И если есть корягник, и тут, очевидно, обрывистый берег, приличная глубина, значит, тут большая вероятность поимки карпа. Даже с первого взгляда всегда можно определить перспективное место для ловли сазана. Где самая большая вероятность его поймать. Чем это обусловлено? Очевидно, обрывистый берег. И сплошняком вдоль всего берега подмытые поваленные деревья, которые находятся в воде. Это прекрасное убежище для сазана, который там большую часть времени проводит. И на короткие промежутки времени он выходит на кормежку. Очевидно, если установить здесь дунку, то, скорее всего, произойдет поклевка. Решил я забрасывать почти под самые коряги. Первую дунку забросил с первого раза, попала она мне нормально. Вторая дунка, там какой-то резкий свал был. Сначала мягкое дно под берегом, а чуть глубже, чуть ближе к середине каналка, ну русло. Breaking up,
coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side with my eyes open wide, and I know that we'll always be true. There were no reasons why, yes, our beauty must die. We try hard, but we also filled with pride. I'm a wreck when I'm not by your side. Yes, I know, yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, can I function? sometimes.
Hiding
shadows, keeping from the light of day. Nobody should ever have to live that way. Вечером не было поклевок, утром не было поклевок, а в обед я решил просто пройтись и посмотреть на Донки. Ничего, ни звука трещотки не было, ничего. Прохожу в верхней Донке леска вдоль берега. Ну, это очевидно, что травы сейчас много не несет по реке. Значит, может попасться так карась, не сможет провернуть катушку удочки, донной удочки, или подлещик, или даже лещ. Оказалось, что это приличный сазанчик, и он не смог катушку провернуть, но зато такую создал достойную борьбу, что я его несколько минут вываживал. Очень упорный. Вот смотрите, удочка стоит, забрасывал туда, а лёдка понад берегом. Карась, или подлещик, или лещ клюнул. Thank you.
сазан. Вот такие, дорогие друзья, на новом месте у нас получилась рыбалка. Будут еще выезды, не знаю, сюда еще приеду, в ближайшее время, скорее всего, нет. Ну, еще, может, это место посещу. Тут хорошо, после обеда тень. О, поклевка, поклевка. Там мелкая плотва или густера. У меня уже прикормка закончилась. Немного поджигулочки делаем. Так, онлайн поклевки не получилось. Если нормальная, приличная рыба, она тоже. Клевертип изгибается в полозу. Посмотрим, горошина на месте или нет. Если бы там была еще ямка хорошая, и коряжки есть. На месте горошина не может. Может, прикормки нет. Не знаю, получится свою кормушку забросить или нет, не знаю. Скоро начнутся холодные ночи, прохладные деньки, будет более комфортно на рыбалке себя чувствовать. Ну и, соответственно, вода начнет остывать, и рыба начнет меньше активность проявлять. Ну, сазана еще можно ловить до середины октября, а может даже весь октябрь. Смотри, какая осень будет. Может такое, как когда-то в сентябре выпал снег, и вся осенняя рыбалка прекратилась. Или холодный, дождливый сентябрь, уже который сезон к ряду, пропадает рыбалка. Спасибо. Ну все, дорогие друзья, я буду собираться. До новых встреч. Всем мира и добра.